Я очень рад, что столько народу пришло сегодня сюда. Это показатель, мне кажется, результатов нашей работы. Это был приятный, напряженный год, полгода, сколько мы готовили эту выставку. Все то, что получилось, мне кажется, получилось именно так, как мы задумывали. И я очень рад, что вы можете видеть все это. Я хочу сказать, что мы, разумеется, никогда не справились, если бы у нас не было такой прекрасной команды, которая каждый элемент, каждый человек, участвовавший в процессе, очень важный и работал на общий результат. Мне хочется персонально отметить несколько человек, потому что я очень много времени работал с ними, и это прекрасный был опыт. Это Анна Пьянкова, это Олеся Бондаренко. Если бы не она, то некоторые работы, которые выглядели бы иначе. Это, конечно, наша техническая команда, Роман Плотников, Миша, Алексей. Это люди, за которых я всегда могу быть уверен. Это наш круг волонтеров, Полина Вуль, которая организовывала процесс, все события, которые вы видите сегодня, все эти фестивали. Это она и Анна Акимова. Большое им спасибо. Я наверняка забываю Наташу Шипилова обязательно. Человек, который очень сильно помогал с работой Люка. Ольга Пастухова, которая помогала Оливеру. И Ксюша Король, которая помогала с работой. Просто помогала нам, как раз переводить со Свеном. И Лиза, без которой не получился бы прекрасный перформанс Зои. Я надеюсь, что никто не обидится, все были важной частью этой работы. Мне было супер приятно работать, и я хочу сказать, передать этот микрофон Свену.